будет через 20 минут. Надо чем-то заняться. О, сыграю под бросание. Хорошо, отправляемся в путь. Виллу Адриана и Позитано. Ну ладно, давайте до Везувий. Я могу предложить вам несколько машин. Какого вы хотите? Феррари. Здравствуйте, вас приветствует служба Чип-Чип. Дам чим куда угодно, хоть и не комфортно, но зато быстро и дешево. Для меня дорого. Самый видный ресторан Парижа «Ля Купо» – это одно из самых известных заведений. Наше коронное блюдо – это ягненок под соусом карри. Но также мы вам можем предложить такие блюда, как лягушачьи лапки, трюфели и улитки в чесночном соусе. Что выбираете? Я заказываю улитки. Приветствуем вас в кафе «Бульон Кортьер». Он работает больше 100 лет. Здесь небольшим порциям, зато отличные цены. Тут можно задешево попробовать улиток и главный национальный десерт Франции – круассаны. В этом кафе забронировать места нельзя, придется стоять в очереди, так что вам повезло, что вы быстро прошли. Что хотите выбрать из блюд? Улитки. Всегда мечтал попробовать. Здравствуйте, я Матяс Лугит. Сегодня мы посетим с вами Бигбэн. Я расскажу вам пару интересных фактов. Ежегодно в 11 часов 11 числа 11 месяца бьют в куранты в честь окончания Первой мировой войны. Также Биг Бен был построен, чтобы заменить старый Вестминстерский дворец после того, как он был уничтожен пожаром. Если вы хотите еще куда-нибудь поехать, сообщите мне. Я хотел бы встретиться с королевой Елизаветой в Кремлевском дворце. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами встретились в нашем экскурсионном автобусе. В данный момент мы с вами приезжаем в самую популярную достопримечательность Биг Бен. Вы знали то, что колокольчик, который находится наверху башни, может разносить звук до 5 миль? А также во время Второй мировой войны она продолжала работать. Это вся экскурсия, которую я могу себе позволить. Я представляю отель «Зеркас», находящийся в центре Пекина. У нас более 31 вилла класс люкс, спроектированные известнейшими дизайнерами Китая. Здравствуйте, меня зовут Жилан. Наш отель, кроме прекрасного сервиса, может предложить вам эксклюзивные экскурсии на вертолете над запретным городом или провести вас внутрь храма Неба. В нашем отеле вы попробуете лучшие блюда европейской кухни. Какой номер вы бы хотели? Мне, пожалуйста, самый дорогой президентский люкс. Добро пожаловать на хостел на окраине Пекина. Могу предложить вам только 2 свободных места в 5-местной комнате. Каждое место стоит 66 юаней в сутки. Комнаты оснащены кондиционерами, ванные комнаты общие. Питание в центре проживания не входит. Только за дополнительную плату в нашем кафе вы сможете попробовать традиционные блюда, такие как 100-летнее яйцо, вонючий тофу, юньяй, обжаренные во фритюре пауки, куриные лапки и многое-многое другое. Вы согласны остаться у нас? Да, хорошо. Я беру этот номер. Даже я и в реальности их посещу. Не забудьте оценить нашу игру.